Видео называется «Полная коллаборация». Некоторые проводят коллаборацию как эффективный маркетинг, продвижение, например, в YouTube известно, когда один видеоблогер приглашает другого, и тот видеоблогер, который приглашенный, к нему перетекает часть аудитории. То есть правило известно коллаборации, да, вы пригласили к себе, вы как, допустим, видеоблогер пригласили к себе другого видеоблогера, часть вашей аудитории перетекает к нему, когда он вас приглашает, его часть аудитории перетекает к вам. Если вы приглашаете какую-то известную личность, то это не особо конвертируется в подписку, то есть подписная база не растет, как правило, там в таких масштабах, как при коллаборации, когда меняются друг друга, но возможно просто просмотры, хорошие просмотры у видео. Итак, полная коллаборация. Кроме того, что сказано о YouTube, полная коллаборация еще может проходить и соответственно в социальных сетях. Мы это делали так. Приглашаем некого джентльмена или даму тоже к нам на YouTube канал в виде интервью, в качестве интервью или же на конференцию. То есть такое взаимодействие на YouTube. Соответственно, после того, как видео будет готово и уже залито на YouTube, но конференция это, как правило, через часик, через 2 часа, оно там обрабатывается YouTube и уже доступно. Этот человек берет и делится ссылкой у себя в соцсетях, в группах и так далее. То есть он тоже взаимодействует с вами. Ему, ну, потенциально нормальному человеку, который пришел к вам в гости в YouTube, ему потенциально интересно, чтобы это видео набрало как можно больше просмотров. Потому что чем больше оно наберет просмотров, тем больше вероятность, что это видео еще покажется большим людям. То есть вовлечение будет больше, и таким образом о нем узнает больше людей. Поэтому назовем его так: гость. Гость. Делится вашим видео. В вашем смысле общем. У себя в социальных сетях. И это очень выгодно. То есть мы просто не парились, брали вебку, микрофоны. Вдвоем с Колей Буловенко делали конференцию. Возможно, я тут покажу парочку таких примеров. И эти люди приходили, давали как бы интервью, им очень удобно, никуда не нужно ходить, ездить, они у себя дома находятся и через свои ноутбуки, планшеты, смартфоны по Hangout держат связь. А потом они в своих группах делали посты этого видео, репостили это видео. Что удобно, поскольку вы получаете доступ к этим людям приглашенным. Как-то правильно выговорить интервьювер один, а второй не могу выговорить, ну хрен на него. Следующая коллаборация, когда ну не может человек постоянно там у вас висеть, ну вдруг не может постоянно висеть у вас на канале, у вас появляться видео, но хочет с вами все равно взаимодействовать, а вы договорились. Он, соответственно, продолжает делать репосты чего угодно вашего в своих социальных сетях. Либо фоток с Инстаграма, либо фоток ваших в Фейсбуке, ВКонтакте, просто каких-то замечаний, комментариев, каких-то постов, какой-то философии и прочей хрени. Человек делает репосты. Делает репосты, делаете репосты вы его. Таким образом у вас происходит легкая коллаборация. У вас и его. Легкая коллаборация в социальных сетях. Потому что просто нажали на кнопочку, поделились и все. Очень просто. Никуда ходить не надо, никуда не надо бегать. И аудитория, которая следит за вами и за вашим партнером, уже так его назовем, а тоже вовлекается и, соответственно, будет просмотреть видео, то есть его аудитория ваши видео, ваша аудитория его видео, допустим, потому что вам интересно развивать не только социальные сети, и YouTube, возможно. Что еще может быть
То есть репосты понятно, да. Ну и также комментарии. Когда какая-то личность известная, у которой много подписчиков в социальных сетях, он ходит к вам и комментирует ваши посты, репостит их. И, соответственно, вы делаете то же самое. Это комментарии. Зрители, аудитория, ну и так далее, подписная база, как бы это ни звучало, они смотрят и думают, что же это происходит. Некий известная личность сидит у другого, значит, этот крутой. А если они вот любят вас читать и смотрят, что вам ходят тоже такие известные люди, тоже у вас там висят, делают репосты, комментируют, думают, ну значит, вы крутой. И таким образом вовлечение происходит и заинтересованность ваше здоровье. Заинтересованность вами и вашим партнерам, как правило, выше возрастает. Далее. Что еще может быть? Я что-то на шпаргалку наметал, но шпаргалку где-то потерял. YouTube. Ну, естественно. Очень приятно, когда делается не репост с видео даже, а просто может быть видео постить ваш партнер и вы вашего партнера постите видео с YouTube сразу у себя в соцсетях, ну без репостов, тоже такой вариант может быть. Вот такая вот полная коллаборация, то есть не просто ходить в гости друг к другу на видео висеть. Как смотришь, например, дневник Хача, хороший пример, да, там несколько у него появляется таких людей, которых он раскрутил, которые тоже там как Афоня сидят, но и если они еще взаимодействуют в социальных сетях, я просто не следил. На видео, да, просматриваю, а так я не слежу. Если они еще и в социальных сетях друг друга помогают раскручивать, то, да, это их... И, кстати, еще хороший пример, да, с дневником Хача. А Мирана, даже если другие там... Вообще там чекрыжат, поносят, там все что угодно делают. Как Соколовский письма ненависти писал. Но этот Амиран Сардаров все равно берет и даже плохого видео, которое хейтят его, все равно размещают у себя в группе. Соответственно, в группе начинается бурление среди поклонников Амирана. И никак это так он трогает, посмел тронуть дневник Хача. Да в том такой заходит... тому Соколовскому на канал в социальные сети, там ВКонтакте заходят, начинают писать комментарии, гневные, комментарии плохие, ставят дизлайки, и очень хорошо получается. То есть такое вот взаимодействие, значит, назовем его взаимодействие враг. Черный пиар, ну да, он же черный. Ну, тут надо было Black, наверное, вот так вот поставить, Black PR. То есть, когда у вас есть ненависть, и тот же пример Ларин и Хованский, как они там друг друга поносят, хейтят друг друга, и потом батл сделали, этот батл сразу же набрал 1 000 000 подписчиков, было что в районе 700 тысяч, и видео это набрало за сутки 3 миллиона. Даже видео долго не выходило, там что-то в районе месяца. Потому что они хотели, ну, более известные, как им казалось, там, Максим Мирон, еще там чуваки какие-то в этих тусовках известные. И даже видео, которое вышло перед Лариным и Хованским на Versus Battle, полностью отключили комментарии, потому что там и количество дизлайков видно, и комментариев, что чего вы за дичь ставите, давайте этих Ларина и Хованского. Да, там была вот эта вот система враг. Потом тут же Ларин и Соболев. Тоже Соболев решил такой хайп словить. Сделал вызов Ларина тоже на Versus. Но Ларин снял клип, который набрал 1 000 000 просмотров за сутки или чуть больше. Набрал 7 миллионов просмотров за месяц. А... Соболев не смог, сделал клипчик Дима Несцы, и он похуже, явно похуже, куча дизлайков и не очень много просмотра, не зашло. Но там тоже действует система враг, это тоже
помогает персонажам раскручиваться, потому что люди хотят шоу, и они получают шоу. Точно так же, по аналогии с этим, может происходить и в соцсетях. Какая некая известная личность приходит к вам, там, скажем, у него 100 тысяч подписчиков в соцсетях, допустим, у вас 100 тысяч подписчиков, вы более-менее равномерные, но у вас разные аудитории, приходит к вам и начинает вас хейтить. Это вызывает бурление, но не смотря, что это тоже как бы не простой человек, а такой известный, публичный, у которого много подписчиков. И это тоже будет действовать и работать. Ну, похоже, и в этой штуке все.